Футбол футболом, а седая ночь по расписанию. Так «Авангард» ТВПМР отметил победу над «Синаем» в очередном туре «Ярмы». Молодцы! Вокал и танцы репетировали на тренировках. Ритм задавал Евгений Аврамов, поет он от всей души, даже Андрей Малахов заценил. Я за ними слежу в Инстаграме, я знаю, что они не только хорошо играют, но и хорошо поют, поэтому я решил подыграть. Видно, что гармония есть не только на поле, но и внутри команды, в раздевалках и на тренировках. Команда правильно медийно выстраивает систему общения с болельщиками и создает контент, как сейчас модно говорить, поэтому всегда будем следовать этому тренду для того, чтобы и нашу фан-базу прибавлять не только за счет сотрудников Первого Приднестровского. Я рад, что ребята с пониманием к этому относятся, и камеры уже все меньше и меньше боятся, и даже сами начинают делать то, чего я, например, от них не ожидал. «Авангард» прокачивается не только медийно. Сейчас у команды межсезонье. Много времени проводят в тренажерном зале. С пользой. Олег Гуменюк и сам тренируется, и сына подгоняет. Телевизионщики готовятся и ждут возобновления «Ама-лиги». В регулярке осталось 3 игры, и каждая как финал. Красно-черные борются за топ-4 и место в плей-офф. До возвращения «Ама-лиги» остается меньше 2 месяцев. Игровой тонус «Авангард» поддерживает на культовом турнире «Ярна». Задача выиграть турнир, конечно же, есть. Выиграть турнир необходимо. Это история, это престиж. «Авангард» голоден до побед. Как говорится, первый будет первым. Но именно с первыми местами исторически пока проблема. Надо начинать исправлять это. В гонке за медалями вместе с «Авангардом» еще 13 команд. Всех поделили на 2 группы. Из каждой выходят по 4 команды. Дальше плей-офф. Организаторы – Федерация футбола Приднестровья. Во-первых, это продолжение наших традиций. Турниру более 30 лет, ни одно поколение закаляло, скажем, сталь на этих турнирах. Это, как правило, в зимний период приезжают ребята, которые выступают в других чемпионатах, живут на других территориях. И это встреча друзей, это интересный формат. Вот 7+1, это позволяет где-то промежуточное между мини-футболом и большим футболом. Исправить историческую несправедливость и выиграть турнир – такая задача у «Авангарда». Но «Ярна» – это и возможность для экспериментов и проверить в деле весь состав. Так свой шанс получил второй голкипер телевизионщиков Артем Баранов. В перерыве заменил Сергея Журика. У нас каждый игрок должен быть готов выходить на поле, играть хорошо. И я думаю, что Артем Баранов в том числе подтвердил, он давно с нами, давно в команде. Так получается, что в основном исполняет роль второго вратаря. Но это тоже крайне важно, одна из ключевых ролей в команде. Я думаю, что любой голкипер скажет, что за чьей-то спиной, находясь, поддерживая основного вратаря, это особенная работа, особенная ответственность, плюс готовность в любой ситуации выйти на поле. «Ярна» каждые выходные на городском стадионе. Финал 2 марта. А дальше уже «Ама-лига» возвращается.